Идем дальше. Сегодня будет много интересного. Ой, сколько любознательность растет. Посылку с кошкой получила. Спасибо. Нашла вас в ВК, Копка Северного Садоводства. Посмотрела материалы. Понравилось. Поддерживаю вашу точку зрения на устаревшие технологии выращивания сада на 100%. Их надо писать не устаревшие, а смертельно опасные. Я уже писал, что у меня участок в низине, грунтовые воды довольно высоко. Это плохо, рядом речка заболочена. Ветра такие, что два раза тепличку уносила. Один раз снимали с дерева на соседнем участке. Вот это да. Но все решаемо, и это мне не мешает кушать свои фрукты. И далее интереснее. Как-то приезжаю на участок, домик пока не достроили, поэтому наездами. Несется ко мне соседка. Я уже была испугалась, думала, что-то случилось. Соседка показывает на мои сливы и кричит: «Это у тебя сливы плодоносят, не может быть! Как это возможно? У нас, внимание, в окрестностях никого сливы не растут, пройдись, поспрашивай людей, ни сливы, ни черешни, ни груши». Вот это современное садоводство. Я уверен, что те, у кого ни слив, ни черешни, ни груши не растут ни у кого, они каждый по несколько десятков саженцев покупали. Но покупали, конечно, дрянь, дрова. И даже те редкие случаи, когда они могли прижиться, они их потом сами уничтожали. Что я могла сказать, это я, моя вставка. Что я могла сказать человеку, который все травинки, все листья, все, что мы называем мульчой, все, что кормит биоту грунта, словатки я знаю, наш человек знает слово биота, удаляет с участка и все делает по умным книжкам агронома прошлого века. Вот слово «умный» надо было в кавычки взять. Уважаемые, пока не вижу, кто. Так, а это я красным выделил. Сказала, что я не знала, что у нас это не растет. Меня не предупредили, вот и посадила, вы представляете? И так по всей стране. О. Брат мой, Железов, Юрий Владимирович, ты почему мои косточки довел до плодоношения? И мои персики? Тебя что, не предупреждали? Что в Костромской области ничего расти не будет. Предупреждали. Ну и сидел бы спокойно. На чем-то тебе персики, на чем-то тебе эти плоды. А сколько ты получил грязи от этих самых, которым ты не понравилось, что у тебя есть свое мнение? Агротех нет. Как там было? А Железов-то? А вы что-нибудь смыслите? Ой, не могу. Это взять человека, обвинить в том, что он ничего не понимает в садоводстве, ну, вообще в науке, да? Там было самое умное слово. Сейчас скажу. Я просто успокоиться не могу после этих оскорблений. Вот. В общем, а после того, как они сказали, что я ничего не понимаю во всем, они взяли и заставили несчастную женщину, которая прислала фотографию, отрезать нижние скелетные ветки. Вот так вот взять, вы понимаете? А это, оказывается, наука. Отрезать нижние скелетные ветки — это наука. Вот. Так, сейчас одну секунду. Ладно, не буду я углубляться. А еще посадила груши. Посмеялись. Это все та же. У меня еще вопрос. Подскажите, когда ожидать каталог по черенкам? Я бы заказала черенки и к ним бы добавила косточки, которые забыла включить первый заказ. Светлана, я вам, естественно, выслал. Но на всякий случай я сейчас возьму и свой каталог покажу всем. Вы знаете, в этом году спрос примерно в 5 раз больше прошлого. Причину вы, наверное, догадываетесь. Я что, это мало не дурак, как говорится. Я вам, знаете, сколько выслал бесплатно или задешево этих самых подвойных материалов. Все, время пришло. И как оно пришло, внимание. Итак, каталог черенков и садов дублеров. Жилья Чернобай, еще добавил 100 таров. И вот смотрите, что получается.
Вот. Абрикосов. Практически еще полный набор. Уникальная вещь. Я еще и черный включил. Еще, по-моему, ни один человек не выписал. Недавно включил. Вот. Ну, в общем, хочется посмотреть, какой он будет в чужих садах. Сливы, вот которая вот женщина выращивала сливы, да. Здесь есть фактически после того, когда добавился Тодор Владимир Александрович, наш кудесник и волшебник. Вот, посмотрите, что делается. Стартовая комета, этюд, кубанская комета. Вот. Потом вот здесь что-то я пропустил. Название пропустил. Синяя птица, чернослив Козловского, гармония, кабардинка, яичная синяя, венгерка воронежская, венгерка московская, терн донецкий. Вот. Ну, тут еще несколько мы дальше добавились. Вот. Дальше еще мы пошли. А, снова его пошли. Так, это так, так, так. Чернослив чижика. Мой слива арбузная, а луча шатер, слива белая крупная, слива деликатная, слива ванета. Как у меня получилось, друзья? Вначале мы, там, которое было поменьше, мы их не стали резать. Мы резали самое популярное, которое на слуху. Ну, вроде стартовая, она есть и у меня, и у него. Вроде это самое, естественно, что королева сада, сувенир Востока. Вот. Вот такие вот. И самое лучшее из его сортов, Тоторова. Потом вдруг он мне нарезал 300 штук, я схватился за голову, они начали кончаться. Я второй раз к Тоторову, он еще нарезал это самое, 125, по-моему. Вот, когда их стало половину меньше, он третий раз нарезал, и я договорился, он увеличил, как бы это назвать-то, номенклатуру. Сейчас практически все, что у него есть, есть в этом кадре. Я прошу прощения, глядя на фильм, многие из вас пытались заказать то, чего я отказался высылать, потому что мы не нарезали. Я сейчас так скажу. Видя вот это все, кто-то из вас, друзья, кто уже выписывал, потерял деньги. Я сейчас покажу, какие он деньги потерял на пересылку. Это у меня все схвачено. Ничего не пропущу. То я хочу сказать, что если вы второй раз захотите, увидев, что тут больше, я тогда пересылку организую за свой счет. Если вы сделаете еще доп. Заказ. Почему? Потому что я не ждал, я не верил, что мы нарежем, а то мне придется выкинуть. Александрович не даст соврать. Не верил. Но у людей этот год столько подвоев нарастили. И вот результат. Что тогда получается? Смотрите. Я постараюсь быть дотошным. Вы все, надеюсь, все до единого, будущее питомниководы, что вы у себя начнете работать, продавать и вытесните всю эту сволочь с рынка. А вы помните, какую дрянь? Еще покажу, предлагательную. Смотрите. 17-го. Система ускоренная почта. Это за 4-5 дней доходит. 449. Раз. 18-е. Ускоренная почта. 449. Два. Вот. Вы платили меньше. Разницу доплачивал я. Вот. Это мой конек, моя добросовестность. 18-е. Система ускоренной почты. 449. Я к тому говорю, что я себе эту разницу не присваиваю. Наоборот. 442. Система ускоренной почты. 19-е. Еще. 19-е. Система ускоренной почты. 449. Добавьте стоимость этой пластиковой упаковки, и получается 500. Дальше. 19-е. 449. Я ничего не это. Надеюсь, вам видно. Дальше. 449. Это тоже 19-е. Вот. Это то, что я вам разослал позавчера. Так, теперь 1441. Ну, хоть и, как говорили, Болгария не за граница, курица не птица, а вот Белоруссия оказалась совсем не родной, если такие деньги драла. Видите? В общем, поняли, да? Если кто-то, учитывая, что вот этот список
можно губу раскатать, пополнился. Появились те, которые вы даже не слышали, может быть, да? Пожалуйста, друзья, можете делать дополнительный заказ. А так как виноват я, не ожидал, что все это, что пришлось дополнительную нарезку делать. Значит, давайте за мой счет, пересылка, делайте дополнительные заказы. Так, ну остальное все понятно, что там непонятно. Сало как сало, что его пробовать. Пойдем дальше. Возвращаемся куда? Куда? Возвращаемся к себе. Так. Ага. Видите, как в моей кухне. Интересно. И все по-честному. И ни один человек ни на один рубль не обманет. Так. Если иногда меняю один, а редко-редко два наименования, только с вашего согласия. Ну вот, посадила груши, посмеялись. По каталогу я перед вами читался, за одним Светлана, перед всеми. Вам спасибо.